оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Кировской области при участии Росгвардии. Задержаны трое местных жителей по подозрению в вымогательстве. Пострадавшими от действий фигурантов преимущественно являлись пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. Установлено, что злоумышленники под предлогом оказания содействия в поиске заработка заманивали граждан в свой автомобиль и увозили в квартиру, расположенную в одном из домов города Кирова. Там их обучали, что нужно говорить и как себя вести для получения в банках заемных средств. К тем, кто выражал несогласие, применяли насилие, либо угрожали расправиться с близкими. Затем потерпевших привозили в микрофинансовые организации, либо магазины бытовой техники, где они оформляли на себя договоры займа или приобретали в кредит электронику. Полученные деньги и товары подозреваемые присваивали себе. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом, предполагаемому организатору, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его сообщники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На сегодняшний день установлены обстоятельства 9 аналогичных преступлений. Предварительное расследование этого уголовного дела продолжается.